В Сочи 67 тусов. Общественники – главные помощники городских властей, отметил глава города. Подчеркнул Анатолий Пахомов и тот факт, что председатели территориальных органов самоуправления своей работой показывают пример отношения к городу. Они помогают сочинцам в решении житейских вопросов, а правоохранителям – в проведении рейдовых мероприятий, выявлении незарегистрированных граждан. А еще тусовцы – незаменимые участники городских субботников. Наведением санитарного порядка сочинцы займутся и завтра, 3 февраля, в городе очередной праздник труда. Мы работаем каждый день, и нам это надо, поскольку мы приводим свою территорию в порядок. Вот на завтра будем сажать аллею Мацестинскую, ликвидамбры наши знаменитые. Будем убирать свои территории, чистить, красить, все, что получится. Потому что люди готовы у себя дома навести порядок. А Мацеста – это наш дом. В этом году жители микрорайона Мацеста дождутся заветного события. В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды в этой части курорта планируется строительство теренкура. У жителей отдаленных районов Сочи должны быть те же блага, что и у сочинцев, проживающих в центральном районе, отмечает Пахомов. Мы не должны допустить такого, чтобы прибрежная часть будет являться просто сказкой, а где-то, где проживает наше население, сделать так, чтобы там было по-другому. Нам, для нашего горожанина, надо создать такие благоприятные условия для жизни. Поэтому обсуждение, внимательнейшее обсуждение любого вопроса, особенно касающегося жизнедеятельности, ничего не должно пройти, даже цветы сажать не должны быть без обсуждения с людьми. Это важно еще и для того, чтобы каждый себя считал соучастным. Когда человек себя считает соучастным, он будет бережно относиться. Вместе и системно. Так общественникам и руководству города предстоит работать и в преддверии чемпионата мира по футболу. В городе будет создана рабочая группа по благоустройству. Возглавит ее мэр города, а членами в том числе станут председатели ТОС. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.